Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в игрушку Mad Game Tycoon. Ох, что у нас там проводится? Выставка. Так, а по... на складе есть... А, мы же с вами выпустили, точно, приключенческую игрушку, которая у нас за неделю, смотрите, 635. Давайте выпустим пакет обновлений для этой игры. На миллиончик, я думаю, это будет нормально. И, наверное, еще комплект дисков мы с вами сделаем. 800 есть. Блин, даже не знаю. Может быть, пока что 500. Давайте 500. Хотя там 600 у нас продается. Мне просто... Да, уже миллион есть. Посмотрим, как на эту неделю пройдут продажи. Ну. Ну, хорошо. Так, тут у нас учебных курсов нету. Деньги потихонечку идут. Так, надо придумать, чем бы заняться. Консоль мы пока что с вами... А, мы хотя бы изучили или нет, я не помню. Да, изучили. Новые технологии. О, кстати, мы с вами не внедрили новые технологии в движки. Улучшить старые... Давайте и здесь улучшить старые. Так, давайте скорость увеличим, а то как-то совсем они. Так, улучшил, давайте еще. Да, уже 39 звездочек. Уровень. Давайте файтинг тоже. И все будем потихонечку улучшать. Так. Приключения шутера третьего лица. И давайте... Там, по-моему, у нас осталось... Ну, экономический симулятор не буду дергать даже. Стратегия в реальном времени. Шутер от первого лица. Конечно же, шутер от первого лица. Все, улучшаем. О. Давайте создадим еще комплекты с дисками. А то они быстро заканчиваются. Давайте я, наверное, все-таки МО. Игрушку уже буду снимать с продаж. Так. Изъять игру с рынка. Да, давайте. Можно ее, и сразу же будет и аддон снят. Да, мы так и поняли. Так, что у нас тут осталось? Ассасинчиков у нас, кстати, за 36 недель как-то упали продажи хорошо так. А мы там сколько пакетов локализации? А, пакетов, да, сделали всего 4. Один пакет мы с вами пропустили. Ну, уже не имеет смысла делать, там всего... По 46 тысяч продается. Хотя давайте экспериментнем. Что, у нас деньги есть, почему бы не пробовать. Конечно, миллиончик мы с вами сейчас потратим. Ну и давайте сюда второй пакет обновлений тоже закажем. Пускай они делают. Уже пятый месяц. Нет, там особо не помогло. Да, чуть-чуть преувеличилось, но это... Так, ни о чем я сказал. Что тут у нас дальше? Учебные курсы не появились. Надо делать игры. Опять у нас 939 миллионов.
рекламную кампанию. Сколько у нас? 100? Нет, консоли не надо. Игра 98 тоже не надо. Ассасинов пора будет скоро снимать. Почти 200 миллионов там заработал Assassin's Creed 2. Это о чем говорит? Что надо выпускать третий. Конечно же, выпускать третий. Так. Давайте переиздание. Assassin's Creed 2 будет Assassin's Creed 3. Ну, мы прям как юбисофтики. Так, шутер от первого лица. Ролевая игра, лицензии нету. Дальше. Выпускаем, ну, на всем. Концепты. Ух, эти концепты. Так, а кстати, давайте мы вернемся. Мы сюда добавим, например, не наемный убийца ниндзя. Наемный убийца кино. Ой. Не, в тренд мы не попадем. Наемные убийцы. Где кино? Давайте все-таки кино используем. Пускай нам лишняя звездочка пойдет. Письма фанатов. Ух. Что тут у нас про Assassin's Creed писали? Ах. Очень понравилась игра. Молодцы. Я за вас рад. Так, продолжаем. У нас уже новые технологии используются. Да. Объем. Разрушаемое окружение. И все тому подобное. Так, реклама. Рекламу игры обязательно надо запустить. Автоматически пополнять. Включаем. О, давайте посмотрим. Ну, тут, как всегда, у нас лучшая графика, студия, игра года. Саундтрек мы с вами не получили. А худшая игра года нам не нужна. Так, на складе кончились диски. Ладно, пускай будет миллиончик. И вы выпускайте пакет обновлений. Так, тут у нас помогают. Ну, сейчас они закончат. Сейчас. Есть. Ладно. Теперь включаем улучшение звуков. Пошли туда 11 человек. Дальше. Геймплей исправлять... Нет, не баги. Давайте все-таки улучшать геймплей. Ну, тут все по стандарту, поэтому... Все мы сейчас быстренько включаем. И потом посмотрим, какая же у нас игрушка получится. Наша цель сейчас это давайте добьемся 100% игрушки. У нас в прошлый раз была она 99%. Надо уже доходить до 100. Слушайте, блин, они все опять скупили. Все опять скупили и пора опять делать пакет обновлений. 3. Это на 15-й неделе. А, не пора. Ну ладно. Я погорячился, что пора. Ладно, мне тут надоело прибавлять. Давайте вот так вот сделаем. Сколько у нас свободных? На графику есть кого? И проверим. Нет, пока что. Ну вот, и музыканты, графики сидят. Эх. Кстати, по-моему, Новый год начался. Пошли новые обучения.
обучающиеся. Давайте проверим, что там у нас с персоналом. Блин, после прошлой игры надо было проверить. Ладно. Мы, возможно, кого-то потеряли. Ну, не то, что потеряли. Кого-то... Кто-то ушел в другую студию. Нет, не буду брать. Так, ну давайте смотреть, что у нас тут еще осталось. Так, за неделю уже 300 продалось. Давайте выпустим еще один пакет обновления. Порадуем людей. 85 миллионов. Ну, это, конечно... Консоль. Ладно, ждем. Ждем. Тут уж ничего не поделаешь. А Assassin's Creed 2 можно снимать с продаж. Снимаем с продаж и... Ну, в принципе... Нам бы еще ее разрекламировать бы как-нибудь. Но имеется в виду не вот эту рекламу, а выставка пройти. Я не... О, еще кто-то близы. Понятно. Ладно, с графиками сейчас закончим. Смотрите, наша консоль уже имеет 10% рынка. Уже 31 миллион купили. Хе-хе. Так, новое исследование для консоли. Вот. Кстати, вот это уже интереснее. Три ядра. Перекинем мы помощь. Вот сюда. Чтобы быстрее выпустить игрушку. Ну, давайте посмотрим, что же у нас получилось. 10 миллионов. Ну, вроде ничего так. Ладно. На складах по нулям. Ну уж 3 миллиона я точно создавать не буду сейчас. Давайте миллиончик. Да, там по 300 продается. Я думаю, этого будет достаточно. Ладно, выпускаем игру и смотрим, что у нас получилось. Ну, та-да-дам! Ну, по технологиям мы сделали все чуть-чуть получше. Конечно, сами. Сами с усами. Ну... Ну, я уже вижу, что сотенки нам не видать. Да, 95. Даже хуже, чем в прошлый раз. Ну, ладно, это не страшно. Мы зато сейчас с вами закажем учебные курсы. Пускай они у нас заново обучаются. Учебные курсы и учебные курсы. Вот все разбежались и давай учиться. Так, нужно на наш Assassin's Creed выпустить, наверное, первый комплект. О! Вышла новая консоль. Платформа. И мы тоже с вами сейчас начнем. Наверное, новую, да, изучать. Так.
например, разработать новую консоль. Блин, пятого нету поколения здесь, да? Ой, блин. Да-да-да, я понял. Я что-то не туда нажал, ох. Ладно, разработать новую консоль. А, здесь она, предыдущая, будет снята с рынка. Тоже не то. Так, это надо выключить, кстати, я вот забыл сервера. Ладно, пускай наши учатся. А нам нужно производить диски, притом в больших количествах. Миллиончик туда заказать, миллиончик сюда заказать. И миллиончик вот сюда заказать. Давайте даже 1,5 миллиончика закажем, чтобы было легче. Сколько компаний-то купили? Отлично, продается. А нам надо делать пакеты обновлений. Сколько там людей-то есть, кому? А мы с вами продаем опять движки. Блин. Я, видимо, забыл снять эти самые. О, 32-битная графика. Улучшаем технологию. Создаем еще 1,5 миллиончика копий. Конечно, большой стенд. Я понимаю, многим уже, наверное, не интересно. Когда уже вроде бы у нас все хорошо идет, все замечательно. Но мы еще много. Высокую оценку со стороны пресса, поклонники по всему миру, и вы задали новый тренд. Блин, под этот бы тренд. Ладно, надо тратить деньги. О-хо-хо-хо-хо. Самый лучший способ тратить деньги, это, конечно, вкладывать их в компании. Давайте возьмем какие-нибудь... Да. Сто. Давайте близов купим. То-то-то-то-то-то-то. Менеджмент. Мою помощь финансовую мы вам окажем. 15 миллионов. Да, без проблем. Главное, чтобы вы делали игры хорошие. Так, дальше. Кого мы еще скупаем? Близов мы купили. О, да. Хватит у нас интересно на вас. Та-та-та-та, 128. Да. И окажем еще финансовую помощь. Ну, пока что хватит. Нам нужно сделать несколько игр. Заработать еще деньги и выпустить новую консоль. И все эти компании будут разрабатывать для нашей новой консоли игры. Да, вот идут как раз новые технологии. Мы сейчас эти технологии изучим. Реалистичная физика, да, без проблем. Так, комплекты с дисками опять кончились. Пора делать еще, кстати, обновление. Ой, давно пора. Я об этом забыл. 9. Пускай. А тут наши обучающиеся
блин, не то нажал. Вот. Так, так, так. Геймплей. Тут у нас один зачесался. Ну, в принципе, такое ничего. Нет, вроде нормально. Мы, кстати, я сделал 4 класса, надо было все-таки 5 классов сделать. Можно здесь еще один сделать. Офисников обучить, чтобы они... На 100% он будет 50, как мне сказали. Это хорошо. Создать комплекты с дисками. И сделаем еще одно обновление. Так, обучение, я смотрю, закончилось. Да, все обо всем обучились. Давайте мы в каком-нибудь из классов. Вот сейчас сделаем так, такую вещь. Так, так. Всех вытащим. А кто у нас здесь еще есть? А вот. И последний. Где он? Вернись на место. А, блин, я слепой. Ладно, извиняюсь. Ну, давайте, теперь надо найти скрепочек. А мы возьмем даже проще. Мы вот этот, вот эту всю бригаду отправим на обучение. Вот. Учебный курс, да. Пускай они поработают. Да, работа в офисе замечательно идет. Ой, опять диски кончились. Ладно, я по 1,5 миллиона пока заказываю. Там миллион требуется. Понятно. Можно сразу же еще одну партию заказать. И можно заказать еще один пакет обновлений. Вы переключаетесь сюда. Так, обучение идет, идет, вот. Да, вот у нас как раз 5-го поколения. Так, 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 так. Сейчас мы посмотрим с вами. Разработать новую консоль. А, мы еще с вами не закончили. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Давайте быстрее заканчивайте. Тут можно еще заказать. Сейчас орки закончатся. Посмотрим, что там будет дальше. Я как раз и не заказываю новую игру, потому что жду, пока еще 8 месяцев, недель пройдет. И посмотреть тренд. Хочется все-таки игрушку на 100% выпустить. Ну, давайте обновление выпустим. Так, обучение там закончилось. Новое исследование, игровая консоль. Замечательно, 10 миллионов на исследование. Вы там уже супер-пупер не стали? Есть кто-нибудь, кто до 100? А то я выключил интеллект. Нет, нету до 100. Вот этот уже, да, почти что.
Вот тебе офис очень необходим. Ладно. Опять у нас закончились. Блин. Ладно, производим. 3 недели осталось ждать. Выпускаем игры, смотрим. Новая ДРМ-защита. Тут ничего не вышло. Надо быстренько обновить движки. Что мы сейчас будем делать? Наверное, все-таки... Да, давайте все продавать не будем. О, да, у нас 32 бита и реалистичная физика. Будет 41. Замечательно. Так, и здесь тоже улучшаем приключения. Разрушаемость, особенно в как-то в квесте, в приключении, это очень важный аспект. Вот где-где, а там разрушаемость. Подходишь ты к какому-нибудь там объекту, берешь его, топер шкафчик открываешь, а дверца отвалилась. Вот тебе и разрушение. Улучшить. Давайте шутер от первого лица. Не, ну, конечно, было бы интересно посмотреть на такие всякие штучки. Физика всегда приятна, когда она присутствует в игре. Так, осталось еще 500. Давайте еще закажем. И закажем пакет обновлений. А, 5 уже? Хватит, наверное. Сейчас это, наверное, последние выпускаем. И давайте неделю заканчивайте. Что у нас там? Давайте смотреть. Симулятор. Симулятор и... О! Ладно. Ладно, 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 ладно. Так. Что у нас там? Ну, давайте мы на этом сегодняшнюю серию пока закончим. У нас всего 350 тысяч. Да, скоро надо будет делать следующую консоль. Ну, долю рынка мы хорошо так с вами оторвали. 11%. Ну, считайте, 12. 82 округлил так. Так что молодцы мы с вами. Ладно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо, что смотрите меня. Всем пока.